Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будут светильники от производителя Egla. Всего в коллекции предлагаются три модели. Отличаются они цветом. Две модели с коллекции я взял с собой. Это матовый никель с белым и черный с золотом. Третий вариант — это цвет полностью белый. Они полностью из металла изготовлены. Размер 27 сантиметров на 7,5. Источник света — здесь светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 10 Вт. Вот здесь он находится. А выдает около 100 Вт. Компания Egla предоставляет гарантию на свои модули 5 лет. Поэтому в течение этого срока вы можете обратиться к нам как к продавцу для замены такого модуля в случае, если он выйдет из строя. Я по очереди подключу и тот, и другой светильник. Посмотрим, как они в работе. Вот так выглядит первый, тот, который черный с золотом. Так он смотрится на стене. Кстати, цвет свечения у всех моделей коллекции будет теплым. В Кельвинах это 3000. И теперь эта модель. Так смотрится на стене. Ну, это, у этой модели освещение будет ярче за счет того, что вот эта внутренняя поверхность белого цвета. Крепятся светильники с помощью монтажной планки. Принцип одинаковый, размеры тоже. Размер этой части 13 сантиметров на 6. Ну и выключателя здесь нет, поэтому либо он должен быть у вас отдельно выведенный на стене, либо установить здесь кнопку или веревочный выключатель. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.